Алтайский государственный университет готовит специалистов в области педагогики и психологии девиантного поведения со специализацией психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска. Сегодня данная специальность востребована как никогда раньше. Известно, что в последнее время в Алтайском крае выросло число неблагополучных семей, а также детей и подростков с девиантным поведением. Поведением, которое нарушает общепринятые нормы, в частности, противоправным, суицидальным, аддиктивным. Мы готовим специалиста, педагога и психолога в одном лице, способного помочь таким детям и подросткам, способного помочь противостоять негативным воздействиям социальной среды, скорректировать девиантное поведение, найти свое место в обществе. Уникальность данной специальности состоит в том, что она объединяет три сферы науки и практики – психологию, педагогику, юриспруденцию. Поэтому выпускники способны решать профессиональные задачи на стыке данных сфер. Что выпускник умеет? Выявлять причины девиантного поведения, корректировать такое поведение, оказывать психологическую помощь детям и их семьям, осуществлять профилактику девиантного поведения, проводить психолого-педагогическую экспертизу. В нашем ВУЗе ведется подготовка по данной специальности в двух формах – очной и заочной. В процессе обучения студенты проходят практику в учреждениях, где близко знакомятся с будущей профессиональной деятельностью. Это прежде всего учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а именно учреждения социальной защиты населения, учреждения образования, здравоохранения, органы внутренних дел, органы опеки и попечительства, службы занятости. После окончания вуза специалистов в области психологии и педагогики девиантного поведения могут пригласить на такие должности, как социальный педагог, психолог, конфликтолог, социальный работник, специалист по работе с семьей, валеолог, сотрудник органов опеки.